Дорогой мой артхантер, бывало ли такое, что ты приходишь фармить артефакты, ищешь и ничего не находишь? Но в углу лежал тот самый легендарный артефакт. Так вот, со мной такое случалось, и я решил скрафтить бурят, чтобы не пропускать ни одного артефакта на моем пути. В сегодняшнем видео я подробно покажу, как я фармил бурят, а в конце видео подведу итоги по двум критериям. Сколько времени я потратил и сколько денег заработал за все сигналы. На начало фарма у меня не хватает 112 маячков альфа, 82 маячка беты и 24 маячка группы гамма. Смертный, что ли? Я сейчас уже не выдержу, я здесь уже снимаю это. Спасибо. Наконец-то ты умер, дядя. О, вкусненький. Обычная крышка. Ой, какой хороший кисюнерчик.
прикольно. Интересно, заспал на самом месте. О, сюда выпало. Кисель выпал. Ай. А, понял. А мне пушка выпала. Вот такая вот. Вот это так. К большому сожалению, я из-за своей неуклюжести не снимал оставшиеся сигналы. Так что сейчас мы перейдем к деньгам, которые я заработал за эти сигналы. Но перед этим, чтобы исправить свою вину, я открою тактический кейс Зевкас. Давайте посмотрим, что мне выпадет. ЗС-4. Еще бан за автокликер прилетает. По итогу, за все маячки альфа, я получил 786 тысяч рублей. Переходим к маячкам группы бета. Блок беты.
Пока еще нет, пока живу. Сейчас мы перейдем к тому, сколько денег я заработал за сигналы бета. Но перед этим хочу сказать, что я также продал 2 блока беты по 120 тысяч. Итого 240 тысяч. Итак, по итогу, за все мои очки бета я зафармил 1 миллион 60 тысяч рублей. Переходим к гамме. Да. Сейчас вы меня спросите, где оставшиеся 10 сигналов? Я вам скажу честно, я потерял их файлы. Но уже прошел день X, и заветный бурят уже в моих руках. Начал. Отец Павел. Он у меня в руках. Мы должны жертвовать ему десяти. Должны отказаться от роста. Нужно страдать, чтобы обрести прощение. Итак, вывод. Что я могу сказать про бурят? Отличная тема, но у него есть как минусы, так и плюсы. Например, всем известный минус тем, что он быстро разряжается. Неправда. А вот то, что он долго сканет, это так. От себя хочу добавить 3 вещи. Если вы новичок, которому только дали сканер, фармите бурят. Это несложно. Если вы ветеран, фармите, только если вам не жалко нервов и времени. Потому что огромная конкуренция на серверах альфа. Если вы мастерка или легенда, лучше кульпите Эльбрус. Потому что на него нафармить вам будет сильно проще. Хочу поблагодарить своего друга Outbest'а за то, что на протяжении всего фарма он был со мной. Ну а если вы досмотрели это видео до конца, не поленитесь и поставьте лайк. Подпишитесь на канал. А на этом все. Удачи в зоне. Сталкер.